Скрипкой в руках он не знал, что такое усталость. Он получал силу от скрипки, как античный Антей получал свою силу от матери земли. Он крепко стоит на земле, он гордо держит скрипку, он творит музыку, изливающуюся в бесконечном потоке красоты и изящества. 30 сентября 1908 года в Одессе родился чародей скрипки, один из великих музыкантов 20 века Давид Ойстрах.